Ну как, ну и вообще известно, что в Узбекистане, так же как в Российской Федерации, Конституции запрещено выдвигать кандидатуру на высший пост, то есть на пост президента Узбекистана, более 2 раза подряд. Каримов, он тоже нарушил, и как на предыдущих выборах он выдвинул свою кандидатуру, и на этих очередных выборах, которые будут состояться 29 марта, в нарушение статьи 90 Конституции Республики Узбекистан, запрещающей выдвигаться более 2 раз, он опять выдвинул свою кандидатуру и, естественно, опять будет избран. Поэтому этот закон тоже не действует. И если сравнить с Россией, вот с Путиным, вот Путин, он умно поступил, он не стал нарушать Конституцию. На один срок он, ну, грубо говоря, поставил за себя Медведева. А потом снова вернулся на пост. Все, он ничего не нарушил.